Это актуальное интервью. Меня зовут Ирина Потехина. И сегодня у меня в гостях управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте Максим Нигматуллин. Но прежде чем перейти к вопросам, расскажу зрителям о том, что Газпромбанк является одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую, строительство, торговлю и многие другие. Максим Эдуардович, здравствуйте. И первый вопрос такой. Как долго Газпромбанк работает на рынке банковских услуг? Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков Российской Федерации по всем основным показателям. Банк создавался более 20 лет назад как банк газовой промышленности. Но уже на протяжении многих лет он уже перешагнул, скажем, рамки данной отрасли. И на текущий момент десятки тысяч предприятий основных отраслей являются его клиентами. Газпромбанк очень большое внимание уделяет развитию услуг для частных клиентов. Что вы можете об этом рассказать поподробнее, что заинтересует наших горожан? Розница является стратегическим направлением развития Газпромбанка. Создана значительная сеть филиалов, дополнительных офисов, она продолжает развиваться. Постоянно расширяется сеть точек самообслуживания, то есть банкоматы, инфоточки, терминалы. Все это позволяет качественно предоставлять весь спектр услуг населению, такие как кредитование, вклады, инвестиционные продукты. А финансовая мощь одного из крупнейших банков Российской Федерации позволяет их предлагать на высоком конкурентном уровне. А вот для частных, для частников вот нашей банковской карточки в разных регионах страны, вот задумались мы о том, что банкоматов в больших городах, не в нашем регионе, газпромовских, не хватает. Знаете, как бы на текущий момент Газпромбанк является членом такой объединенной расчетной системы, куда входит порядка 150 банков и входит порядка 19 тысяч банкоматов. И что это дает? Держатели банковских карт Газпромбанка могут снимать в данных банкоматах без комиссии денежные средства по всей например? Российской Федерации. Он на сайте опубликован, да, перечень этих банков. Ну и в принципе легко их узнать. Там есть на каждом банкомате приклеена такая шилда ОРС, написано «Объединенная расчетная система». Ага. Скажите вот подробнее о том, какие услуги Газпромбанк предлагает нашим горожанам сегодня. Ну, традиционные услуги – это вклады. Банк имеет широкую линейку вкладов как в рублях, так и в иностранной валюте, которая позволяет нашим клиентам выбрать оптимальный вариант. Также проводятся сезонные акции, где клиенты могут по более высокую и выгодную ставку разместить свои средства. Банк имеет очень гибкую и такую очень интересную по рынку линейку ипотечных программ, позволяющих покупать жилье как на вторичном, так и на первичном рынке. Плюс у нас есть такая программа, как «Два города». Что она позволяет? Она позволяет приобретать квартиру в любом регионе или в любом населенном пункте Российской Федерации, где есть представитель Газпромбанка. При этом неважно, где человек проживает на текущий момент времени. То есть житель города Ноябрьска может подать заявку в Ноябрьске на приобретение квартиры, скажем, я не знаю, в Краснодаре, там, в Белгороде, где угодно. Да. Вот. Также действуют программы привлекательные с нашей точки зрения, конечно, рынок сам оценивает, потребительского кредитования. Данные линейки кредитных продуктов охватывают широкие слои населения, такие как нефтяная, газовая, энергетика. Могу сказать, что у нас запущены специальные программы кредитования, условия кредитования для сотрудников бюджетной сферы. Очень интересна у нас программа автокредитования, которая позволяет довольно оперативно и без каких-то проблем приобрести как новые автомобили, так и подержанные. Также у Газпромбанка существуют значительные программы совместные с автопроизводителями и крупными дилерами, такие как Mazda, Kia, Hyundai, Ford, Subaru, позволяющие приобретать автомобили на очень интересных условиях. Существует широкая линейка инвестиционных продуктов, там, брокерского обслуживания, инвестирования в драгоценные металлы.
Ну, обо всех услугах, конечно, рассказывать в рамках интервью невозможно. Можно посмотреть это на сайте банка, либо обратиться в отделение. А вот то, что вы говорили, будет интересно бюджетникам. Здесь можно вот какой-то акцент поставить, что именно их заинтересует? Ну, как бы вот в рамках потребительского кредитования там специальные условия. Процентная ставка? Да, то есть там вопрос идет в процентной ставке. Да, что по ипотечным программам, что по программам именно потребительского кредитования. То есть человек, который работает в бюджетной сфере, когда он подтверждает документами, что он именно там работает, он может рассчитывать на какие-то определенные к себе льготы, определенное внимание. У нас нет льгот, да, у нас есть условия кредитования, да, как бы они просто, ну, так же, как у нас есть определенные условия кредитования для газовой отрасли, там, электроэнергетики, ну, различных отраслей. Скажите, вот наш следующий вопрос. Люди, у которых есть карточки пластиковые Газпромбанка, какие у них преимущества? Газпромбанк держателям своих карт предлагает круглосуточный качественный сервис. Удобство предлагаемых, например, у нас платежных сервисов, таких, например, как телекарт и домашний банк, наверное, уже многие горожане оценили. Позволяет осуществлять платежи, управление своим счетом, ну, скажем, не выходя из дома или офиса. Ну, домашний банк, то есть телекарт все равно имеет, как бы, причем они связаны с телекардом, то есть заведя платеж какой-то определенный в домашний банк, вы можете его потом осуществлять через телекард. Также в Газпромбанке вы можете приобрести карты, совместные, так скажем, бонусные карты для часто летающих пассажиров, такие как карты Аэрофлот, Трансаэро, Уральские авиалинии, которые позволяют при оплате накапливать баллы. Вот. Также есть совместная также бонусная программа с «Газпромнефтью», «Нам по пути» называется, которая позволяет накапливать баллы при оплате бензина на автозаправочных станциях данной компании. Газпромбанку создана разветвленная сеть банкоматов, терминалов платежных, которая позволяет не просто снимать деньги, да, но позволяет также тоже оплачивать услуги различные за связь, за коммунальные услуги нереализованные. На текущий момент в городе Ноябрьск установлено 29 собственных банкоматов Газпромбанка. Но также вот о плюсах, что люди, имеющие банковскую карту Газпромбанк, могут снимать деньги без процентов как по всей территории Российской Федерации, как в банкоматах самого Газпромбанка, так и в банкоматах банков-партнеров объединенной расчетной системы. А это порядка 19 тысяч банкоматов на территории Российской Федерации, что, ну, в принципе, должно закрывать все потребности клиентов, где бы он ни находился. Что вы можете рассказать о филиалах Газпромбанка, которые у нас в городе находятся, в Ноябрьске? В городе Ноябрьске у нас находятся два дополнительных офиса, дуп-офис Южный и дуп-офис Ноябрьский. В январе месяце дуп-офис Ноябрьский у нас переехал в новое помещение по улице Ленина, 49. Это комфортное, современное, там, просторное помещение. Я думаю, что клиентам будет там удобно, будет оперативно обслуживаться. День рабочий там продлен до 18 часов 30 минут в будние дни. И также он работает по субботам. Также в отделении в данном находится круглосуточный банкомат. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте Максим Нигматуллин. Это было актуальное интервью. До свидания.